под ваши бурные аплодисменты. Встречайте! Всех приветствую. Кто меня не знает, я Александр из Сочи, и я новичок. Видите значок, который Майкл мне повесил, он зеленый, это означает, что зеленые вещи. Не знаю, что вы меня пришли послушать, для меня удивительно, потому что на самом деле, может быть, кого-то мне нужно было из вас послушать, вы уже достигли каких-то статусов и имеете какие-то награды, и умеете, может, делать то, что не умею я. Раз пришли, значит, наверное, что-то я тоже умею и, наверное, расскажу полезное. И я так понимаю, запрос был о том, как приглашать людей, и чтобы они хотели прийти к вам в команду и путешествовать. Правильно? Об этом речь, да? Вот. И я так понимаю, что вы хотели бы, чтобы это делать так, чтобы вас еще не требовало это больших усилий, да? Вот. А скажите, кто из вас есть, кто чувствует, что он не умеет продавать? Да? Понятно. А кто считает, что умеет хорошо продавать? Единицы. Понял. Аудитория такая, что вы чувствуете, что не умеете продавать. На самом деле вы, наверное, все умеете, просто не знаете еще, как это делать. Сегодня я расскажу, как это делаю я. И расскажу немножко свою историю. Когда-то я был совсем молодым мальчиком, совсем-совсем молодым. И я был таким скромным, что когда мне нужно было купить газету в киоске, я наворачивал 3 круга вокруг киоска, чтобы спросить, сколько она стоит, бросить туда монетку, мне дали газету и бежал оттуда. И бежал оттуда, потому что я боялся спросить, сколько стоит газета. И когда я бегу, я, понимаете, у меня включается в голове такой момент, я думаю, что если я буду жить так же, с таким страхом, и все время вот так вот бегать продавцов газет, то чего же я достигну в жизни? И в тот момент у меня переключилось что-то в голове, я понял, что надо быть другим. А каким? То есть, который легко коммуницирует с людьми, который легко может общаться, подойти к любому. И на самом деле я был совсем другим, совсем вот, не тем вот, да? И в этот момент у меня пришло решение. Поэтому от того, какое вы решение принимаете, таким вы и становитесь. И поэтому, если вы думаете о том, что вы не умеете продавать, оно, может быть, так и будет. То есть продолжаться, потому что вам кажется, что вы не умеете. Но если вы примете решение сегодня, что это все легко, то вы сможете это делать легко. И сегодня я дам некоторые техники, как сделать это так, чтобы было действительно легко. Я думаю, что я сегодня поговорю с вами о том, как продавать так, чтобы вам не нужно было... То есть, чтобы вы говорили что-то такое, чтобы вам не нужно было продавать. Да? Было бы здорово. Чтобы вот люди с полуслова вас понимали, и они бы сами хотели, чтобы не нужно было вообще ничего продавать. Я думаю, вот это было бы здорово, если я сегодня рассказал вам, правильно? Вот. И с детства я очень любил путешествовать. И я был в детском мечном пароходстве, и уже даже юнгой я путешествовал. Поэтому то, что я, ну, почему я в круизном клубе, мне это было уже с детства заложено, что я хотел вот этого, понимаете? И потом, когда я смотрел такие программы, как Дроздова, Крылова, там, я думаю, вот удивительный человек. Он путешествует, он известный. Ему еще за это деньги платят. Это классно. Я думаю, повезло же человеку, да, там. И я думаю, как же вот в моей жизни так совместить, чтобы путешествовать и чтобы мне за это деньги платили. И я натыкался, искал что-то. Я нашел такой момент, когда можно было продавать на выставках что-то. Я искал, что можно продавать. И продавать, там, знаете, да, экспо, когда очень много людей идет, и вы что-то продаете, а всегда что-то продаете. Вот, и я выбрал такую профессию, и поэтому через меня проходило большое количество людей, огромное количество людей, и я научился. То есть методом просто не того, что много-много людей когда проходит, вы уже в любом случае прокачиваете этот скилл. Поэтому если кто-то чувствует, что у него ничего не хватает, просто нужно больше-больше общаться. То есть общаться и не думать о результате, а просто общаться. У вас будет лучше-лучше-лучше получаться. Вот, и что хотел сказать. Почему иногда не получается? Почему не получается? Я заметил такой момент. Вот даже сегодня мы встречались с людьми, помогал людям встречаться, поработал здесь в Питере, помог людям. И я увидел, что знаете, почему вас не слышат и не хотят слышать? Потому что вы хотите им что-то продать и что-то вот дать сразу же, сейчас вот взять, прямо сразу хотите. Как бы вот все равно, что я бы сейчас достал пару бутылочек кока-колы, сказал, купите. И скажете, что не пью кока-колу. Нет, они правда свежие, хорошие. И вы тут же предлагаете, тут же что-то даете.
И я заметил такую вещь, не знаю, насколько вы поймете, потому что нет волшебной таблетки, таких скриптов, которые бы я сегодня вам рассказал, и они бы сработали всех. Я хочу дать больше для вас пользы, и сейчас расскажу, что я имею в виду. У нас у всех образовалась барьера. Попробуй вот этот микрофон, может быть. То есть смотрите, вот такой момент. У нас у всех образовалась уже такая броня, которая... Почему? Потому что маркетинг работает, и нам все делают предложения. Заметьте, предложения, это со всех сторон сыплется предложение, и мы уже выстраиваем, потому что мы не можем столько предложений принять, и мы уже выстраиваем броню, и изначально мы хотим отказать, заметили? Ну, допустим, сейчас я подхожу к кому-то из вас и говорю, есть крутая компания, давайте я с вами об этом поговорю. Вы думаете о том, как мне круизы предложить, я думаю, как вам предложить платы какие-то, например. И мы сталкиваемся, каждый с броней, вот эти два сталкиваются. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, мы синхронны, да? И вот это ей, вы в эту броню информацию, вам в эту броню информацию, и ничего не слышите. В итоге разбежались, никто ничего не понял, зря потратили время. Поэтому... Ну, так как у нас все равно мы же должны говорить куда-то и слышать, поэтому в этой броне есть такое отверстие, через которое мы говорим, смотрим, иногда нам говорят. И оно маленькое такое, слыхало, у кого больше, у кого меньше. Я такой образ задаю, чтобы вы понимали, как все это происходит, как я это вижу. И получается, что если мы, разговаривая с человеком, попадаем в это отверстие, и туда информация проходит, то он слышит нас. И когда он слышит, ему действительно то, что нужно, то, что мы говорим, то, что ему нужно, он оттуда отвечает, и броня спадает. То есть мы начинаем искренне общаться. И это происходит именно потому, что то, что Майкл говорил, любовь, да, то есть любовь – это самое сильное. То есть любовь разрушает любые преграды. Но любовь, вот тяжело понять, как это любовь, вот это все, да. Я вам расскажу одну историю, которую, возможно, не надо было рассказывать, потому что камера, но я с вами хочу быть очень откровенным. Когда-то на одной выставке мои друзья мне подсыпали наркотики в напиток. А я продаю. А наркотики такие, которые усиливают мозговую деятельность, очень быстро начинает мозг работать, и все. И я начал продавать с бешеной скоростью. То есть меня все начали покупать. То есть то, что я должен был продать, допустим, за 3 дня, я там продал за 1 день. Да? Я понимаю, что у меня потрясающие продажи, и я начинаю раздаривать. Вот. И в момент продаж я что-то начал дарить. И тогда мне, когда они увидели, что я начинаю дарить, они мне сказали, что друг мой, остановись, мы тебе там сыпанули кое-что. И я на них обиделся в этот момент, потому что, ну, как сами понимаете, такое состояние, вроде как бы я же не давал согласия, а мне вот это сделали. Но потом я, в общем, не умею, в принципе, обижаться, но какое-то вот состояние обиды было, такого неприятного чувства. Вот. И но я подумал, что... Что же такое я делаю? Ну, как из этого извлечь пользу? А что же я такое делаю, что начались такие продажи? Это же я же, да? Тот же я, но почему какое-то вещество, попадая в мой организм, дает такой результат в продажах? То есть что-то меняется, и я начал думать, а что же изменилось? Что изменилось во мне? И когда я проанализировал, я понял, что все люди, которые мимо меня проходили, я их всех любил. Всех. Искренне, вот прямо все мне так нравились, такие классные. Ко мне подходила какая-нибудь девушка, говорю, вы знаете, я хочу вам что-то подарить, подождите. Ну, знаете, когда вот искренние гости приходят, ты же любишь, что давно человек не встречал, ты ему хочешь там чай, какие-нибудь конфетки, что-то подарить, такое хорошее, интересное, ты же давно не видел. Но у нас это не случается с теми людьми, которых мы не знаем, или даже мы бывает встречаемся, и мы не думаем, что мы этого человека любим, да? Мы не думаем, что мы с ним хотим... И с ним поехать в один круиз. Мы думаем, как бы сейчас с ним заработать. Да? И это чувствует. Он это чувствует, потому что он чувствует вот это вот. Даже как он вообще прореагирует. Мы даже не думаем, что заработать. Как он вообще прореагирует. Понимаете, о чем я говорю? И то, что мы думаем, это проецируется на нашей мимике. Он невербально это считывает. Согласны со мной? Да. Да? Мы синхронны. Да? Вот. И что хотел сказать. И вот эта любовь, да, как она проявляется в том, чтобы... А сейчас я с другого начну. Как вообще понять, то есть как вот научиться разговаривать с теми людьми, которые вот на том уровне, чтобы вас понимали. Я зайду издалека, хотя мне ребята говорили, дай точные техники, вот что нужно сделать, что сказать. Но если я вам там точные техники, это не сильно сработает, но я хочу вам действительно принести пользу. И начну с практики. Практика такая. То есть вам нужно понять, кто есть вы. То есть если вы поймете, кто есть вы и чего вы хотите, вам станет проще. Объясню чуть позже. Как понять, кто есть вы? Вы делаете такое упражнение.
Вот многие делали коллаж мечты, карту мечты. Кто делал? Вот. Да, вот знаете, да, что это такое? Я вам сейчас дам более совершенную вещь, которая, на мой взгляд, более совершенная. Коллаж мечты, вы наклеиваете сами такие мечты, вот чего вы хотите, вот такое-такое яркое, и это может быть когда-то случится, может не случится, но в какой-то момент может случиться. Но у нас есть каждый день. И каждый день мы проживаем как день сурка. Знаете, вот этот фильм «День сурка» кто смотрел? Отлично, да? Вот. И вот этот день сурка же у нас повторяется каждый день. А мы хотим Мерседеса, белый конь, там еще что-то, да? И куда-то туда. А здесь-то мы, может, не живем, вот здесь. Понимаете, о чем я говорю? Как мы здесь хотим жить. И поэтому согласитесь, что мы каждое утро просыпаемся. Каждый день едим, каждый день засыпаем, каждый день что-то делаем. Итак, давайте подумаем о том, что я даю вам такое упражнение. Вот если вы каждое утро просыпаетесь, то как бы вы хотели в идеальном не просыпаться? Но не вот одном идеальном, а каждый день. Вот, то есть какой бы у вас был идеальный день сурка? Понимаете, да, о чем? То есть вы просыпаетесь каждое утро, где, как это происходит. И потом, когда вы проснулись, вы же сразу думаете. Ну, мозг включается, вы начинаете думать, правда? О чем вы думаете идеального? Вот как бы вы думали, ну, как бы вы жили, если бы это идеальная вот была мысль? О чем бы вы думали? Потом, возможно, у вас кого-то медитация, кого-то практика, кого-то зарядка. То, что вы делаете в идеале? Потом принимаете пищу, завтрак, и вы думаете, а вот как вообще, кто готовит, я готовлю, где готовит, что готовит. Тоже что идеально было бы, да? Обед, производство, то есть обед, может быть, что-то вы с утра делаете, может, кто-то не делает ничего. У каждого свой день, свой идеальный день, повторяющийся постоянно. Как вы вот проживаете вот этот день, ну, потом после обеда, ну, то есть, понимаете, да, то есть не буду все рассказывать, потом ложитесь спать, вечер и опять утро. И подумайте, а было бы, то есть прописывайте, думаете, было бы ли благо, если вот еще 20-30 лет вот этот бы день повторялся, то, что вы придумали. Потому что, может быть, вы придумали, сказали, нет, но если 20 лет это будет повторяться, возможно, это не идеально, да? То есть почему это сделать нужно? Потому что, когда вы поймете, что действительно, ведь мы же себя не знаем, да? Что мы хотим. Но это же простая вещь, вот многие за свою жизнь ни разу это не делали. Почему? Думают о мечте, думают о целях, но о том, как хотим мы жить, мы не думаем. И когда мы это продумываем, мы понимаем, какие мы есть, правда? То есть мы к себе приходим. Согласитесь со мной? Чего мы хотим каждый день? И когда мы понимаем, какие мы есть, и после этого, как мы поняли, нам, в принципе, нужно найти тех людей, которые хотят того же самого. Таких же. И когда вы находите таких же людей, как вы, то есть они начнут, то есть когда вы поняли уже, что вы вот такой человек, и вы вот этого хотите, то вы становитесь неким магнитом. Я слышал, что здесь есть вот волшебник, да, кто-то вот здесь, да? Понятно. Вот, танцующий волшебник, и вы меня понимаете, о чем я говорю сейчас, да? То есть вы начинаете притягивать обстоятельства в жизни то, что в принципе вам бы хотелось, потому что слышали, да, подобное притягивает подобное. И вот, когда вы уже сформировали то, что вы хотите, начинается подобное, вы уже начинаете с теми людьми встречаться, которые примерно хотят того же самого. Вы увидите, что в этом есть какая-то мистика. Ну, не знаю, как-то оно происходит. Примагничиваете. И когда вы встречаетесь с теми людьми, которые как вы, у вас происходит вот это вот, понимаете, вот это дырочка в дырочку. Поняли, да, о чем я говорю? Тогда не надо брони. Вот у меня произошло так с женой, что мы на второй день знакомства с ней решили пожениться. То есть не надо было вот этих долгих всех, то есть мы уже поняли, что сразу, что мы вот, ну, то есть сразу произошло вот это понимание, что мы из одного поля, что мы вот как камешек разломали, я почувствовал, что камешек разломали, вот эти две из половинки отставить, то он точно сходится, да? То есть нельзя другой камень подобрать, чтобы он точно подходил, он только от этого подойдет. И тогда она поняла, что действительно вот, и это вот происходит и с партнерами также в жизни, потому что семья, дружба, отношения, это все оттуда. И в принципе, семинар закончен. То есть, я считаю, что это одна из самых важных вещей, что я вам сейчас рассказал. Потому что вы поймете, ну, на самом деле, это так и есть. Потому что то, что я вам рассказываю, это практика Фрэнка Кёрна. А Фрэнк Кёрн, когда понял то, что вот я вам сейчас рассказал, он продал свой семинар за сутки на 23 миллиона долларов. Кстати, за сутки продал. То, что я вам сейчас, в принципе, рассказал. Согласитесь, ценность информации, да, если это все применить, понять и сделать. Поэтому смотрите,
Когда вы, то есть продажа происходит когда легко. Вы же хотите не продавать, я же это понял, да, нужно сделать, вам рассказать. То есть не продавать, это когда вы с человеком встречаетесь, и вам не нужно его убеждать. А не нужно убеждать, когда вы не в верхнее поле разговариваете, когда вы говорите там о чем-то, о том, что, в принципе, ну там вам сказали говорить, а о том, что нужно ему. А как вы поняли, что нужно ему? Потому что это нужно вам. И те слова, которые вы говорите, они ему в душу входят и от вашей души идут, понимаете? Это я вам рассказал о том, что такое вот с любовью разговаривать. Кому вот понятно, кому непонятно. Скажите, кому понятно сейчас? Понятно. Половина понятна, половина непонятна. Хорошо. Тогда я начну с более практичных вещей. Вот все говорят, любите деньги, тогда они у вас будут. Слышали про это? Кто знает, что такое любить деньги? Расскажите, что такое любить деньги? Вот. Любить деньги, но относиться к ним действительно с уважением. Ну, сейчас, не перебивайся. Не тратить их на всякую ерунду, копить их, то есть деньги, притягивать деньги, то есть оно у них есть, так, ну, как, чем больше денежная масса у тебя, тем она даже сама начинает притягивать какие-то варианты, там, дополнительных заработков, еще какого-то. И наоборот, долги притягивают долги, то есть обратная история. Чем более небрежно ты относишься к деньгам, тем, собственно говоря, у тебя никогда их не будет. Да, благодарю. Кто еще может сказать, что такое любить деньги? Мне кажется, что это когда уверенность, что у тебя есть. Просто ты как-то ведешь себе по жизни, и вот у тебя какая-то уверенность, что они тоже должны быть. И они откуда берутся? Вот так, мне так кажется. Есть еще кого какие идеи? А я бы сказала еще даже и не комкать, не бросать. Еще и это тоже любить. Представьте, что у вас есть любимый человек, и вы ждете целый день его прихода. И потом вы слышите, дверь открывается, и вы бежите такие навстречу, улыбаетесь, давно не виделись, и вы так рады приходу. А рады ли вы приходу, когда деньги приходят? Как вы это делаете? Как вы это проявляете? Ну, то есть у нас целый план о том, как мы принимаем деньги, как мы их любим, как мы о них заботимся, это так далее. Надо уважительно относиться. Да. Мне с ним тяжело, потому что я спрашиваю, погадай загадку. Аля, начинай с ногой, кончай. Он говорит, ты знал. Вот, и поэтому, да, то есть я когда начал тоже думать, что такое любить деньги, то есть вы сказали про уважение, да? Вы сказали про уверенность, да? То есть, а на самом деле, вот нужно же, я тоже думал, как это любить деньги? То есть тяжело, вообще простые вопросы оказываются самыми тяжелыми, да? Там меня сын спросил, почему у них точки зеленые, я говорю, там же хлорофилл. Он говорит, все понятно, почему хлорофилл зеленый. Поэтому какой вопрос там, ну, почему, ну, что как такое любить деньги? Я начал думать. И я сейчас расскажу простым примером. Ну, а что такое любить ребенка своего? Что вот? Как это любить ребенка? Кто? Время, забота. Что еще? Поддержка. Принимать любые поступки. Защита. То есть принимать, поддерживать, да? Защищать. Вот. И тогда мы понимаем, что мы его любим. Да? Если мы это не восполняем, скорее всего, не любим. Поэтому я подумал, ну как-то это синхронно, если так, ну, понимаете, да? То есть приводите, если ребенок раз убираем, мы это же чувство принимаем сюда, да, к деньгам. Тогда получается, что? Мы должны их защищать, мы должны с ними проводить время, то есть, ну, заниматься ими, то есть они же что любят? Счет, правильно? Считать их, пересчитывать. Все. И тогда получается, все понятно становится, что значит любить деньги. Согласны? И вот такая вот вещь, то есть любовь ко всему, любовь к людям, любовь к деньгам, она приводит к какому-то другому пониманию. И тогда мы уже относимся к тем процессам, которые у нас в жизни происходят, уже как-то, ну, более осознанно, да? Теперь про то, что хотел уже прийти к твердому, про то, что как вот, то есть если бы я это вот не рассказал, то вот эти скрипты, понимаете, они бы все не сработали, потому что чисто текст, он не работает. Но еще вот тот момент, ну вы все же слышали про золото, которое рассказывали, не все были на семинаре, кто-то не был, кто бы не был на семинаре, отлично. То есть я когда начинаю разговаривать с людьми, я точно понимаю, коротко, да, точно понимаю о том, что у меня есть золотая жила, и я чувствую на самом деле, что инкросс, да, это золотая жила. Ну, вы же заметили, что можно заработать здесь денег? Конечно. Много, да? То есть, если все правильно, эту жилу добывать, то денег будет много. И если вы представьте, на самом деле, у вас у каждого есть золотая жила,
Но вы знаете, что одна вы один, вы не справитесь, чтобы ее пробурить, нужно оборудование купить, все остальное, вы не справитесь. Поэтому вам нужно кто-то в партнерство. Если вы сейчас возьмете какой-нибудь банкир или куда-то, он может вас кинуть или еще что-то, безопасность нарушается, правильно? Богатые там люди, влиятельные, могут убрать вас от этой жилы. Поэтому вы хотите с кем? С друзьями разделить эту радость и пробурить с друзьями, правильно? То есть кому вы можете доверять? Если на самом деле у вас есть много возможностей добыть золото, то как вы будете разговаривать с тем человеком, которым вот вы приходите? Если он начнет носом воротить или еще что-то, вы же скажете, ладно, нормально, то есть не хочешь, как хочешь, меня, понимаете, да? Поэтому не надо так говорить, но надо внутри держать это ощущение. Когда я его держу, я действительно с людьми разговариваю так, что не вопрос, то есть я не хочу ни тебе ничего, вот на тебя никуда затянуть. Потому что по психологии так, если вот представьте, здесь человек, я его беру за маечку, я его начинаю тянуть, что он делает? Он там обратно, да. Если его толкаю, он начинает ко мне, понимаете, да, обычная психология. То есть и в разговоре тоже так же происходит. Я его и отталкиваю, и притягиваю, то есть я расскажу про эти волны немножко, как это делается. То есть смысл в том, чтобы поймать состояние. Поймите, от состояния очень много зависит. Было ли такое, когда вы слушали человека, он что-то вам рассказал, вы половину не поняли, что он сказал, но его состояние повлекло у вас то, что вы хотите в этом разобраться. Было у вас такое? Да. Потому что бывает иногда, мы не слышим. Я вот другу своему рассказывал, который у меня первый подключился, он рассказывал, что я вообще не слышал. Вообще. Я просто потом, я ему просто прислал ролик 10 лучших круизных лайнеров и написал внизу, на каком поедем. Это просто презентация. А до этого я спросил, то есть я не знал, то есть я только включился, я даже не успел ничего посмотреть, как приглашать, ничего. И он не ко мне приехал в баню, и его попарил, он потом говорил, что это не инкруз, парили в бане. И я его попарил, он выходит, он говорит, а мы с женой собрались в круиз. Не хотите тоже с нами, ну, с семьей поехать? Они такие, а что там стоит, сколько? Я говорю, ты знаешь, нашел тему, как можно в два раза дешевле. Он говорит, серьезно? Я говорю, да, серьезно, как бы. Он говорит, ну, она рассказывает. То есть я говорю, ну, давай потом уже, как бы, расскажу, паримся, что там не по работе же, встретились. Ну, так, вкратце что-то рассказал, но я его, понимаете, если бы он сейчас тут же начал, давай, веники в сторону, я тебе сейчас маркетинг-план нарисую, чтобы это было выглядело совсем по-другому. Но я ему сказал, что, а он, знаете, что он мне потом сказал? Я же, знаешь, 50 тысяч долларов стоит на лайнере прокатиться в нормальном номере с семьей, а у меня, говорит, пятеро, то есть он, я трое детей, я, говорит, посчитал, ну что Саша там зарабатывает. Вот. И у меня эта цена какая-то была. То есть, и он говорит, ну, наверное, поедем. Я говорю, ну, полцены посчитал 50 напополам, в принципе, можно заработать. Вот. И представляете, что он говорит, я тебя вообще не слышал. И когда я ему скинул, на каком поедем, и потом, когда он, а сколько все-таки это стоит, он уже меня начал сам спрашивать. То есть, когда он начал спрашивать, и потом он подключает людей с великой скоростью, у него 95% из тех, кого он, с кем они разговаривают, он и команда, 95% подключается. То есть, грубо говоря, из 100 человек 95 включается. Представляете, какая конверсия? Я такой не могу достигнуть. Ну, может, потому что я не живем, общаюсь через интернет, общаюсь через телефон. Все равно самое лучшее это встретиться. Потом телефонный разговор, потом в тексте, потом смс-ка. Было бы здорово, да, смс-ка послал, хватил. Но такого не бывает, поэтому нужно завоевывать доверие с человеком. И нужно, вот, а доверие возникает из чего? То есть из того, что как вы говорите, кто вы вообще, да, как вы одеты, ну, из многих факторов, я думаю, вы понимаете. И получилось так, что вот оно произошло без презентации. Но лучше, когда вы обладаете техниками речи, которые дают большую конверсию. Кто знает, что такое конверсия? 95%. Да, то есть конверсия, по-другому кто не знает, но я понимаю, что здесь кто-то и не знает. Это если, допустим, есть бутылочка 0,5, и вы из ведра хотите туда в горлышко залить. Если вы льете, все равно что-то проливается по краям, да? А что-то попадает. Вот конверсия из того, что вы лили, что пролилось и что попало. Поэтому, если вы плохо льете, то вы говорите, столько встреч, и ничего не попало в бутылочку. А кто-то очень точно льет и говорит, знаете, постоянно бутылочки наливаю, практически не проливается. То есть вот это называется конверсия. Поэтому смотрите, что я, в принципе, уяснил, что если мы с человеком просто встречаемся и начинаем ему рассказывать сразу же о чем-то, да,
то конверсия сразу понижается, потому что, заметили, человек вот так вот как бы так раз закрылся, то есть, да, что там столько со мной не разговаривал, тут позвала, и тут глаза горят, и что-то. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому лучше начать, если вы живем случается, ну, с каких-то разговоров, которые просто как жизнь, что происходит, то есть какое-то вот доверительное отношение выстроить. Мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть нужно расположить человека, чтобы мы начали какой-то нормальный разговор, что хотя бы вот эта вот броня, она была не настолько железобетонной, чтобы уже можно было о чем-то говорить. Потому что в этом разговоре, когда вы уже начали разговаривать с человеком, уже вы поймете, может быть, ему сейчас вообще не до круизов. И вы тогда начнете по-другому предлагать, понимаете? Вы поймете. А потому что мы все время начинаем, проблема в том, что мы пихать начинаем. То есть сразу. И тогда действительно конверсия понижается, потому что никто не хочет ничего покупать. А почему не хотят, не хотите узнать, почему происходит, люди не хотят информацию слышать? Не знаете? Есть такая штука, называется рептильный мозг. То есть рептильный мозг — это вот ящерица, вот, допустим, камера. Вы снимаете, а тут ящерица вылезает. И она смотрит на камеру, а камера на нее. И в этот момент ящерица думает, это опасно или не опасно. Да? То есть это может меня сожрать или нет? Если она понимает, что камера не опасна, второй вопрос у нее какой? Я могу это сожрать или нет? То есть это съедобно или несъедобно? То есть поэтому рептильный мозг работает так, что когда вы даете какое-то предложение, человек думает, опасно, не опасно. То есть у него первое. И иногда мозг настолько уже устал вот это вот опасно, не опасно, что проще сразу отказаться, чем что-то слушать. Понимаете, да? Почему я начал издалека вот это все рассказывать, вот эти дырочки, вот это все? Потому что это вот для этого, потому что рептильный мозг никто не отменял, он у нас есть. Если мы не сможем пройти этот барьер, то ничего не услышится, что бы ни рассказывали. Ну, кто такой встречал? Вы что бы такие не рассказывали, и все равно никак не пробиваются, правда ведь? То есть, я почему говорю, что можно сделать эксперимент, у меня, допустим, у жены сейчас там 30 с чем-то, 36-37 тысяч подписчиков, я скажу сейчас, выдаю кусок золота, правда. Кто приедет в Сочи? И кто-то скажет, я это, не верю, обман, какой там кусок золота. Второй скажет, там, допустим, только не сейчас у меня дела. Третий скажет, там, золото не люблю, сказали по гороскопу, золото не положено. Четвертый еще что-то. Да, так скажешь, что, то есть у вас один или не один, какого размера, что-то мне это не очень нравится, меня укачивает от него. То есть, понимаете? И поэтому, то есть какое-то количество людей вообще даже не воспримет эту информацию, хотя это была бы правда, да? То есть и поэтому, почему люди уже зашорены этим предложением, и тяжело. И поэтому вот этот рептильный мозг мы можем избежать, именно настроив друг на друга. То, что я рассказываю, полезно? Да, походу можно спросить? Да. Тоже как вариант. Вы идите на тренинги, там знакомьтесь и так далее. И в тренингах бывают такие моменты, когда тренер сталкивает друг друга, расскажите и так далее. Еще тут немножечко раскрываешься. А есть люди, вот ты пришел, послушал какую-то теорию, и ты человека знаешь, вроде бы познакомились, но это не теплый круг, и ты вот сидишь дома и думаешь, ты понимаешь, что ты с ним поддерживаешь связь в ВКонтакте, в соцсетях. Но вот так вот об этом бизнесе, понимаете, вы сами нам говорили о том, что вы сразу брались за вот, чтобы вы понимали, что у вас там неделя, и их нужно как-то подписать, предложить. И вот в моем тоже окружении, я думаю, что у многих так, что вот он еще не теплый, он уже не холодный, но вот сразу предложить им какой-то как этот бизнес или долго-долго рассказывать, вот там нет каких-то вот совсем больших прикосновений. Да. И думаешь, как подойти к таким людям, которые и не теплые, и уже не совсем холодные, и не будешь вот с ними как так размусоливать долго. А я не говорил, что размусолить, конечно, да. То есть, можно предложение? Да. Давайте, чтобы мысль не рвалась, я не люблю, когда мысль рвется, хорошо, давайте это буду рассказывать. Но я люблю с жалом вообще общаться, потому что вдруг я куда-то меня заносит не туда, а вы меня сразу поправите. Потому что я же не суперспикер, да, я такой же, как вы, просто что-то у меня получилось, и как-то оно получилось, и я знаю как, я могу это рассказать, поделиться своим опытом.
Вот, а так-то я же такой же, как вы, ничего у меня сверхъестественного нет. То есть вопрос был, как если вы пришли на тренинг, как бы вот так раз, и что практически половина подписалась к вам? Такой вопрос. Ты просто познакомился, потом с этими людьми коммуницировали, они еще не холодные. А было бы здорово, чтобы они сами к вам, грубо говоря, пошли с этого тренинга, да? Давайте такого ответа вам как бы и дам, потому что я думаю, это будет полезно для всех. Смотрите, есть такое искусство задачи задавания правильных вопросов. И если вы приходите на какой-нибудь тренинг, я не скажу, что это во всех 100 случаях сработает, и все, что я рассказываю, возможно, только из моей картины мира, поэтому я хотел попросить прощения сразу у вас, потому что то, что я рассказываю, это только моя картина мира, и никак, может быть, не ваша. Поэтому она у меня срабатывает, а у вас нет. Поэтому, но у кого-то, я думаю, сработает, потому что мы с вами, может быть, тоже синхронны, и вот эта дырочка с каждым у меня тоже где-то наладится, понимаете? Если мы из одной, как бы, одной крови, понимаете? Теперь разговор о том, как прийти на тренинг и зафигарить так, чтобы половина вас поверила и хотела там, понимаете, да? Что я, в принципе, и сделал, наверное, на том тренинге. То есть, смотрите, что можно сделать. Я вам такую дам идею, я подумал, что она вам понравится. Вот выступает спикер, и наступает такой момент, а вы умеете задать вопрос из зала, и вы говорите, можно задать вопрос, а он ведет там по бизнесу или почему-то, да? И он говорит, хорошо. И вы говорите, понимаете, я занимаюсь классным делом. Я помогаю людям очень хорошо путешествовать, очень недорого, очень классно, по очень выгодным ценам, настолько выгодным, что мне даже не верят. И я делаю, общаюсь с людьми, но когда узнают, что такие выгодные цены, они мне просто вообще не могут поверить. И скажите, пожалуйста, как мне разговаривать с людьми, чтобы в этом разговоре, когда я с ними разговаривал, они хотели разобраться дальше и поверили мне, и чтобы я помогла им, потому что я не могу помочь им делать то, что доверия нет. Можете ли мне ответить на этот вопрос? Супер. И вам все равно, что он ответит. Просто ждите перерыва. Это Владислав Бермуд, который меня научил этой технике. Да? Может быть. Ну, то есть, я думаю, это зайдет кому-то, правда? Конечно. По крайней мере, я такие вещи делал, мне понравилось, и оно работает. Тот человек, который мне рассказал это, он собрал на 70 миллионов контрактов с такого вопроса. Владислав Бермуд, мой друг. Да. Вот. И поэтому, смотрите, ну, я ответил на вопрос. Да. Вот. Теперь дальше продолжу о том, как разговаривать с клиентом. Что вообще, вот, давайте так вот, что важно вам сказать? Что вы хотели бы вот услышать, чтобы вы удовлетворились моим выступлением? Быстро, тун-тун-тун, то есть вот. Мы начали продавать, да, то есть мы начали с того, что сейчас мы начали разговор за жизнь, да. У нас все-таки был скрипт, вы его хорошо очень озвучили на встрече. Да. Вы хотели, что я его повторил? Да, потому что он шикарный совершенно, и я думаю, хорошо. Что его стоит, ну, кто-то... Да, хорошо, я более подробно, потому что здесь больше времени. Да. Прости, еще что-то важно было? Это только или еще что-то? Не, ну, что бы, вот скрипт... Начнем с скрипта, да. Хорошо. Заключение сделки со мной. В конце, да? Да. Он говорит, все хорошо, все здорово, но денег нет, да? Да. Скажу вам, технику, она жесткая, не для всех подходит. Но как бы я мужчина, и мужчина, вот я думаю, знаете, какой должен быть? Он как лом, такой, ну сверху такая мягкая, варежка такая, кроликовая, да? Вот такой мужчина должен быть. Я еще наоборот. Если гладишь мужчину, то он мягкий, если ударяешь, то больно. И если он как бы. Вот. То есть, ну, смысл такой, что я достаточно себя считаю достаточно мягким человеком, но когда мне нужно сделать продажу, я охотник. И охотник, он же как, тоже немножко крови там прыскает, когда попадает. Поэтому иногда, но мы же продаем очень хорошие вещи. И поэтому люди, которые они сопротивляются, там, мы им продали эту идею, а потом они нас благодарят. Правда ведь? У меня просто сейчас пошел такой момент, что. Люди подходят, это же вы в Сочи это все сделали, привезли там, да, я говорю, ну почти, да, я как бы помог этому распространиться, ну, как спасибо, ну здорово, что вы как бы это, то есть поделись, уже приятно, да, что люди подходят и благодарят за то, что ты есть. Теперь про скрипт. Смотрите,
То есть я понял, что нужно распределить какими-то блоками. Все то, что я слышал в тех вебинарах, которые, оно как бы для меня не работало. Я многое что пробовал видео отсылать. Я очень уважаю Майкла, но после того, как я высылаю видео с Майклом, у меня не отвечает никто. Но это не из-за того, что Майкл плохо говорит, просто, мне кажется, разные менталитеты, и просто люди не понимают, да, то есть то, что работает, то, что ну, нам хорошо, то немцу смерть, да. Вот, и так же и здесь. Ну, я понял, это просто искренне, я пробовал. Просто многие, наверное, не замеряют. Я же везде коммерцию замеряю. Я начинаю посылать, оттуда нет. Значит, что-то другое пробую посылать. Опять нет. То есть я начинаю пробовать. Просто что такое, если. Ну, бизнес это же цифры. Считать. То есть деньги любят счет, и мы считаем, что-то делаем, считаем. Считаем, сколько звонков произвели, сколько всего. И я вам, если интересно, расскажу немножко еще по команде, как работать с командой, как считать. Потому что бывает, ты не знаешь, они вообще звонят или не звонят. Говорят, что звонят, а сами так, гудок пошел, как будто бы не взяли. Сколько звонков? 30. Все не взяли. Ну, то есть страх звонка же происходит, и человек пытается уйти от этого. Вот, и теперь про скрипт. Я понял, что нужно распределить как-то все по блокам. И я бы хотел, то есть, если я думаю, знаете, о чем, сейчас еще немножко отступлю, может, у нас же есть такая техника. Она называется идеальный конечный результат. И что хотелось бы в конце идеально получить? Ну, может, оно так не произойдет, но все равно, в конце, если мы представим, какой идеальный конечный результат, то мы хотя бы можем представить, к чему мы стремимся. А вторая техника называется идеальное развитие событий. Ну, то есть, какой вот этот путь мы шли к этому идеальному конечному результату. И мы, по крайней мере, достигаем какой-то прямой дороги к этому, правда? И теперь я подумал, а как бы мне идеально было разговаривать с людьми, потому что меня, ну, вы слышали историю, да, как у меня произошло, то есть мне спонсор позвонил, ты что-нибудь будешь закрывать себе старый старт, а я полтора месяца тут занимался дети, роды и все остальное, вообще ничего не делал. Он говорит, я говорю, а что обязательно? Он говорит, ты же лидер, тебе надо закрыть быстрый старт, все, давай. А я двух человек подключил Костю, и еще один человек случайно ко мне подключился. Не знаю, как, просто сам узнал, деньги капнули. Вот. И потом получается, говорит, давай зайдем в кабинет, посмотрим, сколько тебе осталось до быстрого старта. Ну знаете, да, там вот эти часики и сколько людей еще осталось. И мы смотрим, такая, ой, боже, 15. Осталось там 15 или 10 дней, я даже уже не помню. И я говорю, так всего 15? Я же не знал, что это сложно. Правда не знал. Мне должно 15 человек, какая ерунда. Такой классный бизнес, путешествие. Я правда не знал, искренне. Это мне повезло, потому что когда кто-то во что-то верит, то же и происходит. Мне дочка говорит, папа, правда, что во что веришь, что и происходит? Я говорю, конечно, дочь, правда. Это нельзя плохому говорить, правда. Но как бы вот, я же не знал, что это сложно. Поэтому для меня это казалось легко. Я говорю, 15 человек, столько дней, это столько суток еще, я же ночью еще могу работать. То есть, ну правда, ночью тоже можно работать. Я ночью работал, то есть ночью я создавал Евген, то есть бизнес состоит из трех вещей. Стрелочка, кружочек, квадратик. Стрелочка – это все, что привлекает клиентов, которые готовы будут купить. Кружочек – это то, что превращает этих попытку купить в купить. Понимаете, да? Кружочек – это то, что вот привлекли, вот, ну, как бы, вот первый этап. Клиенты что-то делаете, чтобы они хотя бы узнали о вас, о том, что вы предлагаете. Что-то же должно быть там, да, привлечь. В соцсетях, например, то, что я рассказывал. Я же вступил, но я же все равно вселенной показывал, что я хочу это, я могу, у меня нет времени сейчас. Поэтому я каждый день поздравлял с днем рождения друзей, поздравлял и писал там, поздравляю ты, желаю ты, и путешествие в конце. Потому что человек запоминает все, что было в начале и что в конце полста, да? То есть, ну, как бы, ну, такая психология, все, а в середину забывает. Поэтому нужно начало было начать хорошо и закончить путешествиями, чтобы уже заложилась какая-то программа. Ну, и смайлики с путешествиями там внизу, чтобы было понятно образом. Понимаете, да? То есть, я запускал некую программу, потому что я чувствовал, что это было бы неплохо, если у человека были путешествия. И если он мне отвечает, а я же его могу вообще даже не знать, он в моих ВКонтакте, в друзьях, если отвечает, то может быть что-то, что я ему пожелал, понравилось, а вдруг и путешествие. Поэтому уже какая-то у нас, опять понимаете, вот эта связь вот этой души с душой, если я тоже люблю путешествовать, возможно, тоже, тогда мы сможем о чем-то поговорить. Вот. И когда, если вот еще один момент, то, что я не рассказывал на том тренинге, а если у вас друзей мало, то тогда есть такая штука, как сторис, знаете, ВКонтакте, сторис, когда люди выставляют историю свою. И когда они выставляют историю, они о чем думают? Они же не для себя ее выставляют, как вы думаете. Я кого не выставляю?
для внимания. Чтобы привлечь внимание, правильно? А никто ничего не пишет на истории, заметили? Никто. Выставляешь редко, когда кто-то что-то пишет. Но когда человек выставляет историю, на историю, когда пишете, то у него возникает сообщение, его история и ваш комментарий. Угу. Да? То есть никто из друзей, я такую классность, я там была, у меня такая прическа, у меня это, и никто ничего не заметил, а только вы. Правда? Приятно, люди все что любят? Внимание. И вы дайте, а внимание это тоже как бы из той момента любовь, да? То есть внимание давайте, это ценное, что у вас есть, и они это ценят, любят. И у вас уже что-то может произойдет, отношения какие-то произойдут, потому что отношения, все в жизни отношения, отношения с телом, как мы к этой машине относимся, отношения с близкими, отношения с деньгами, отношения с бизнесом, отношения к клиентам, отношения с первой линией, отношения с второй линией, с пятой линией тоже отношения, может быть, понимаете? То есть поэтому во всем отношения идет. И поэтому вот от этого, то есть я вот такую фишечку еще дал, у кого мало друзей, ну плохо, когда мало друзей, Пугачев же, по-моему, пил, да не вместо рублей, а вместо друзей. Начинайте делать так, чтобы у вас были друзья. Что нужно сделать, чтобы были друзья? Надо быть интересным. Да? Надо хотя бы, чтобы у вас были друзья ВКонтакте. Знаешь, что нужно сделать? Завести аккаунт ВКонтакте хотя бы. То есть начать с чего? То есть потом, когда появится уже аккаунт, уже что-то можно выставлять, дружить, передружить. Там же можно, по-моему, 40 человек. Просто у меня достаточно много, и я не успею со всеми даже поработать, сколько у меня есть. Но я все время показывал. Я показывал каждый день. Я хочу там быть. Я что-то буду делать каждый день. Поймите, тоже момент. Каждый день. Здесь ключевая фраза «каждый день». Каждый день показывает Вселенной, что вы в теме. Что вы будете там, что вы хотите, потому что раз вы уже здесь, а все проплатили, кто здесь есть, или кто-то есть, кто не проплатил. Все партнеры, да, то есть все партнеры, участники, хорошо, а вдруг кто-то пригласил человека, который не в теме. То есть, если вы уже туда деньги заплатили, ну, наша компания, да, то давайте показывайте каждый день, что вы хотите добиться, вы уже, ну, по-любому, даже если никого не пригласите, по 100 долларов оплатите, все равно будет на лайнере, правда? С хорошей скидкой. Уже вся, вы 100% уже в путешествии. Поэтому вы говорите, я в путешествии, и я плюс еще хочу это. И еще что-то дополнительное к себе, почему бы и нет, да? То есть, и поэтому получается, что вы начинаете контактировать, потому что это опять воронка. То есть стрелочка, да? То, что привлекает кружочек. И то, что вы привлекли, оно же нужно обработать. И здесь была как будто бы попытка купить, и вы попытку превращаете в купить. Вот здесь, вот в этом кружочке в середине, понимаете, да? А когда вы купили, дальше выполнение обязательств. Это квадратик. То есть человек же купил, вам поверил, доверился, вы должны ему помочь. То есть довести дело до конца, чтобы у него было как минимум сначала безоплатное членство, да? Потом желательно, чтобы он быстрый старт закрыл, да? То, что вы, может быть, не сделали в свое время. А если вам помочь, посмотрите, как он благодарен будет. То, что вы ему там дальше, еще дальше что-то помогаете, делаете ради этого человека, это квадратик. Но я сейчас вам рассказывал о стрелочке, да, то, что начинает вот это все, зарождается. Понятно, о чем я говорю, да? То есть, вот, и вы, если не будет стрелочки, то кружочка квадратик тоже не будет. Согласны, да? Поэтому все начинается со стрелочки. И вы можете взять три листочка, допустим, А4, и написать все, что я хочу сделать из стрелочки, какие у меня могут быть. Прошу прощения. Какие у меня могут быть, что я буду делать по стрелочке. То есть вы разделяете все, да? Что у меня может быть из кружочка, что у меня может быть из квадратика, какие действия. Когда вы разделяете, у вас более четкая картина возникает. Так же, как в скрипте, который я никак не могу рассказать вам. Я его тоже разделил. То есть поделил на разные части, да, все понятно. Когда что-то делишь, более понятно становится. То есть ты разбираешь большое на атомы. И чем меньше разбираешь, тем более понятнее становится. Поэтому для меня идеальное было, то, что я говорил, да, идеальное развитие событий, какое? Чтобы я, когда рассказывал блоки, каждый блок, я вот первый рассказал, и после первого блока он бы сам хотел слушать дальше и просил бы меня. Понимаете? Да, контакт. То есть, мне кажется, самая большая проблема сетевиков – не установление контакта. То есть мы не устанавливаем контакт. И это, знаете, как получается? Вот я вам сейчас покажу, почему я не любил сетевиков. Хотите рассказать, почему я не любил?
они такие привязчивые вообще. Это, знаете, вот, вот когда вот там жвачка прилипла где-то, ты вот так раз, 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 она здесь, ну здесь, раз, она здесь. То есть ты никуда не можешь, эта жвачка, она, как она прилипает, да? И так же это. Он с тобой не установил контакты, а он тебе рассказывает, рассказывает, рассказывает. Ты думаешь, когда бы это закончилось сейчас? Ты думаешь, наверное, все, рассказал. А у меня передышку и заново. И ты уже думаешь, все, сейчас точно закончат. Ты думаешь, ну хорошо, я понял, тема классная, я подумаю. А он думает, сейчас добью, у меня еще 2 козыря сзади. Понимаете? Это что означает? Это вообще не установлен контакт. Ну, вы же понимаете, к вам же тоже так подходили, я думаю, да? Не установлен контакт, а вот тур-тур-тур-тур-тур. Поэтому важно вот, чтобы... Для меня, почему я по блокам? Я с каждым блоком установил контакт. Я первый блок рассказываю. Есть с нами вот эта вот, ну, взаимосвязь в первом блоке? Есть? Может быть, дальше рассказываем? Да, рассказывай. Почему? Потому что я вот сам не любил их, я придумывал так, как чтобы я таким не был, понимаете? Да, то, что не любишь, надо же избежать, то сам в такого превратишься, что тогда сам себя любить не будешь. Вот. Я подумал, что бы было первым. Я пока лучшего не придумал, хотя я буду пробовать, кто-то может на бизнес приглашает. Это может быть лучшая модель. Но я-то люблю путешествия, я поэтому приглашал на путешествия и добавлял бизнес. То есть все разные. Я не говорю, что вот эта модель моя, она лучшая. Потому что все же разные люди, кто-то какие-то другие модели. Я только свою, ладно? Что у меня сработало. И в первом блоке я что рассказывал, ну, ты вообще как там относишься к путешествиям? Или это сообщение было ВКонтакте? Можно задать вопрос, это касается путешествий. Потому что можно задать вопрос, иногда звучит так, что ВКонтакте подломали аккаунт, и следующий вопрос, займи денег, там, кинь пятерочку, заметили, да, такое присылают. И чтобы этого не было, я всегда добавлял, ну, касается путешествий. И человек говорит, да, можно. Потом следующий я спрашивал, я нашел как бы возможность путешествовать намного дешевле, если бы я об этом рассказал, интересно было бы. То есть следующий опять блок, да? И отвечал, допустим, интересно. Потом я посылал как... Подождите, записываю. Повторите, пожалуйста. Первый блок я спрашивал о том, что интересна ли тема... То есть... Как относишься к путешествиям, да. И вопрос. А можно ли задать вопрос, это касается путешествий. Вот так. Ну, это так я отправлял. Можно ли задать вопрос, это касается путешествий. И как бы человек уже, ну там, можно или нельзя, кто-то замораживался. Ну, вот поймите, ВКонтакте и вообще в соцсетях столько людей, что, ну, даже если просто взять математику, то это огромное количество. Просто если перебрать большое количество, в любом случае, по этой воронке, даже если вы везде сливаете, все равно бутылочка что-нибудь капнет. Если очень много лить, то есть не ведро, а цистерну. То есть туда запулили, какая-нибудь капелька, все равно бутылка полит. Даже если очень неточно, да, попадать. То есть поэтому, если я просто понял, почему для меня этот бизнес оказался еще ключевым, я понял, что здесь неограниченное количество клиентов, потому что путешествовать любят очень многие. То есть спрашиваешь, любят многие. Мало кто отвечает, я не люблю путешествовать, правда ведь? То есть мы же сливаем не на то, что они не любят путешествовать, то, что неправильно разговариваем, мы сливаем, ну, такие вот контакты сливаем. Так-то люди даже хотят путешествовать. Вот. А если бы я, допустим, ну, предлагал какие-то баты или что-то еще, то бы у меня было меньше конечно. Потому что если бы я написал, можно вам задать вопрос, это касается батов. Да, понимаете? То есть у нас козырь неиспоримый, понимаете, да? То есть у нас выгодно, вообще выгодно. Потом если брать какие-то, допустим, те же самые БАДы или еще что-то, в магазинах может быть дешевле, в аптеках дешевле, там, кастрюли дешевле, ферри дешевле, понимаете, о чем говорю? Здесь же выгодно получается. В принципе, мы очень хорошую вещь делаем, очень выгодное предложение. Поэтому мы предлагаем выгодно, а продать не можем. Значит, что-то с продажами хромает. Вот сегодня об этом поговорим. То есть первое, что я вот сообщаю, и потом я пробовал разные вещи. Я пробовал посылать, как я говорил, видео, которое нам предлагали, не работает. Думаю, запишу-ка я свой вебинар. Кто, может быть, видел мой вебинар какой-нибудь, нет? Видите, да? Вот, свой запишу вебинар. Ну, у меня эти длинные получаются. Не все могут до конца меня выдержать. Посмотрите, я когда сюда пришел, говорю, может быть, там за час мы это сделаем, за час мы проведем вебинар, ну, этот семинар. Мне говорят, давай 2, может быть, 3 еще будет. Поэтому я думаю, если меня выдержите, я, конечно, благодарю. Но я думаю, все равно сейчас сделаем промежуточек, чтобы вы это отдохнули немножко от информации. Вот.
И вот первый блок как раз мы даем о том, чтобы установить вот этот контакт. Понимаете, сконнектить с человеком. Ничего, вот это сильно не напираем на него. Нам нужно установить контакт. И с людьми я как общался, то есть вебинар пробовал тяжело, и понял, что самое лучшее у меня работает, это звонить. То есть созваниваться с человеком, даже с незнакомым. И дальше просто нужно было мне прогнать. Я разговаривал целый час с человеком. Вот эти блоки я вам потом обязательно расскажу. Я разговаривал целый час с человеком, но потом я думаю, час долго вот приказал своему мозгу, слышали, да, то, что я рассказывал. У меня есть мозг, и я как бы не говорю, что это я, этот мозг, а я говорю, что это мой мозг, да, и я могу ему приказывать то, что он мой. То есть я им владею, то есть он как бы понимает, да? И я ему говорю, ты как хочешь, то есть я с матом иногда с ним общаюсь, то есть ты хочешь, придумай там, вот, понимаете, да? То есть я ему придумаю, то есть я его заставляю, потому что он ленивый. То есть он не хочет думать, я ему заставляю, думаю, как хочешь за полчаса, чтобы закрывал людей, понимаете, да? И он тогда вот грубые слова он понимает, и он начинает думать. А так-то вообще на самом деле мы же ленивые люди, но вот... Думаем, что мы думаем, на самом деле не думаем, мы все на автомате делаем. Заметьте, если вот вы подойдете к своей квартире и начнете ключом открывать, вы все автоматом делаете. А если вдруг не открывается, то посмотрите, ключ мой, квартира моя. То есть, и начинаете думать. А до этого все на автомате, понимаете, да? То есть, почему так происходит? Потому что действительно организм устроен так, что думать это энергетически невыгодно. Поэтому он старается автоматизировать все эти процессы, и чтобы мы их делали на автопилоте. Вот. Примерно так. Что у нас по времени? Перерыв. Продолжаем. Да, просто там пуканили было. Хорошо. То есть дальше по блокам. Первый блок, который я с человеком разговариваю, я устанавливаю, что есть интересное ему путешествие, хочет ли он путешествовать. Он, допустим... Можно ли задать вопрос, что касается путешествий? Дальше. Это я писал ВКонтакте. Это пишет. Да. Потом следующий блок. Я говорю о том, что у меня есть тема, да, то есть что я нашел... Это писать или... Это я писал. Это первый блок. Да, это я писал. Это все первый блок, что я с ним устанавливаю контакт. В принципе, потом вы на живую встречу то же самое переделаете. То есть никакой разницы. Коммуникация есть коммуникация. По-другому, может быть, сделать немножко. Вы себя перефразируете, как вы выдаете, то есть своими словами. Что я-то разговариваю своими, а вы как... чтобы это было не заучено, чтобы это было искренне. Потому что, сами понимаете, искренность тоже это залог успеха. Что-то неискренне делать, вас любой человек сканирует. Если видит, что у вас в глазах доллары, которые пришли к нему сейчас, потенциальные, то он это сосканирует и не будет. То есть он будет чувствовать, что что-то не так, почему ты меня пригласил. Вот. И здесь то, что выяснил, да, потом написал, сказал, что есть такая тема. Он говорит, интересно. И я вам пишу о том, что тогда нам нужно созвониться. Да, я нашел возможность путешествовать с большими скидками. Пробовал два варианта. С большими скидками и со скидками и бесплатно. Пробовать и то, и другое. На кого-то вот, на кого-то реагируют бесплатно. На кого-то реагируешь, наоборот, бесплатный сыр в мышеловке. Это опять, понимаете, конверсия. Опять на кого вы... То есть с кем вы... Вот, понимаете, с чего начал? С кем вы синхронны? Кто-то вот синхронен прагматик, и у него вот он будет бесплатно писать, и у него не будет, и он магнит других людей, и у него не будет срабатывать. А кто-то наоборот, бесплатно будет хорошо, он для вас это отзывается, и для таких же людей с кем общаться, то есть одинаковые вот эти души, и одинаковые отверстия, и одинаково проходят. Поэтому я не могу сказать, то или другое, что лучше. Вы разные все, и люди к вам разные. Я сейчас объясню, почему я это говорю, потому что смотрите, вдруг вы пригласите человека, и так получилось, что вы обрадовались, что вы его подписали. А он не ваш. Ну не ваш. Он вам весь мозг сделает. Потому что вы разные. А еще он сделает безоплатное, а еще он заработает статус и будет еще с вами в круизах путешествовать. Понимаете? Его корабль большой. Да. Он же с вами будет, вы же мой спонсор. Понимаете? Зачем вам это? Зачем? То есть вам нужно таких... С кем бы вы действительно хотели путешествовать, правда? С кем бы вы хотели действительно проводить время? Именно поэтому я с этого и начал, найти таких же, как вы. Тогда вы будете счастливы.
А если вы вдруг подписали другого, ну вот бывает, что в разных городах, может быть, это и сработает, кто занимается рекламой. Но я вот другой. Я вот хочу таких вот, чтобы... И поэтому люди это чувствуют. Я говорю о том, что, возможно, ты попадешь в мою команду. Возможно. Я пишу правду. Потому что я, если я верю, что он не мой, я буду всячески отталкивать. Он будет... Ты сразу догадываешься, что он не ваш. 8 лет не употребляю алкоголь. Как-то с этим связано. Слышал, что через 5 лет открываются мистические способности. Если 5 лет не выпиваешь, то как-то лучше интуитивно чувствуешь. Вот сейчас понял, через 8 что-то начинается только. Вот. И, ну, какой-то еще опыт, наверное. Я же говорю, на выставках 1000 людей через меня проходили. Как-то я начинаю чувствовать людей, понимать, что вот, ну, как-то что-то не может дать. Я думаю, у всех нормальных женщин хорошо работает интуиция. Что не так? Сразу смотрите, мужчина, какой он вообще? Ну, давит? Нет? Да. Нет? Да. То есть, просто вы же это чувствуете, но вы это не развиваете. А в этом бизнесе вы можете начать это развивать. Ошибся, не ошибся. Смотрите по глазам. Если у человека серые глаза, скорее всего, это руководитель такой вот. Он может хорошо собрать команду. Если карие глаза, то может очень хорошо продает. Если зеленые, то может быть он такой, знаете, духовный, и он может это, ну, на людей влиять. То есть такой, знаете, как сказать, служитель культа какой-то такой, знаете, то есть вот к этому больше подходит. А еще какие голубые остались. Если голубые, такой искренний человек, вот как солнышко, не знаю, как приглашать, они приходят. То есть вот все люди разные, это как бы вот попроверьте. То, что я вам сейчас сказал, вы можете попроверять по себе, по своим знакомым, по глазам. Тоже вот можно проверить, насколько эта теория верна. Вот. И что хотел сказать? О чем я остановился там? Остановились, что я нашла возможность путешествовать со скидками. Да? Это мы просто вот пишем. Да. Мы пишем, а дальше? А дальше я говорю о том, что если интерес есть, то желательно созвониться. Но у меня очень плотный график. Я могу выделить там где-то в районе 15-30 минут. Но нужно точно договориться по времени. Ну, потому что на самом деле плотный график, я себе его представлял очень плотно. Я пользуюсь такой программой, как Google Документы, и там есть Google Календарь. Знаете, что такое, нет? Кто не знает? Ну, в общем, есть такая Google, это компания, и она создает разные продукты. И она создала такой продукт бесплатный, как Google Календарь. То есть он чем удобен? Вы, ну, регистрируетесь на Gmail, ну, это почта, такого почтовый ящик, такой электронный e-mail. И создаете бесплатно себе календарь. И чем удобно, что если вы туда заполняете, то можно разные. Дни рождения, можно туда вставить ваши задачи, работы, груз, то есть разные сделать календари. И вы просто туда оставляете, чем мне удобно, что я потом на все. Если я туда вставил, то на компьютере, на телефоне везде может прийти оповещение, что у меня встреча. То есть я такой как бы. Человек тоже немного творческий, могу где-то что-то промокнуть, забыть, а видно, что если вовремя, ну, профукал встречу, там человек может ожидал, но некорректно. Поэтому можно создавать вот эти Google календарь. И я что сделал? Я начинал по часу разговаривать, а потом я начал по полчаса вот подряд ставить, и поэтому у меня нельзя было дольше, чем полчаса. Почему я как бы мозгу приказал, что ты за полчаса должен сделать сделку. Потому как бы я. Потому что следующий же человек, что иначе вся очередь, представляете, какую очередь все выдвигает. Поэтому... Они все-таки шли, не пропускали, приходили люди на. Ну, в большинстве случаев. Ну, были, конечно, наверное, пропуски. Я, если честно, представляете, за 10 дней там мне нужно было 20. То есть сначала 10 я знал, что подключить, а показалось, что потом оказалось, что еще 10. То есть за 20 дней я находился в неком состоянии потока. Я мало что сам понимал, то есть я точно не могу предсказать, кто приходил, находился в таком состоянии потока. Вот, я думаю, вам такое знакомо, когда ты находишься в состоянии «все получается», вдохновение. Вот. И есть книжка «Поток», можете набрать ее, посмотреть. Она как раз об этом. С научной точки зрения, что означает быть в состоянии вдохновения. Михай. Кто? Я точно не могу сказать, но как-то Михай. Михай. Еще раз. Найдете, да. Или легко найти на бестселлер.
Тор как раз говорит о том, что как состояние потока с научной точки зрения добиться вот этого состояния. Я вот был в этом состоянии. То есть, ну, я себя вот так настроил на это состояние, поэтому точно я даже не помню. Конечно же, пропускал где-то, но это вообще меня никак не сбивало. Ну, не сбивало. Саша, а технически как это исполнялось? Это в каком-то одном месте назначала встречи, они шли друг за другом? Я по телефону разговаривал. А, то есть это телефон. Технически это было так, что я проводил встречу, я прыгал в холодную купель, у меня в бане в холодную купель. Я выходил из этой купели. Я потом проводил встречу, опять прыгал в купель. И потом мне надоело одеваться, раздеваться, я уже практически голый ходил по участку и закрывал встречу. То есть это был телефон? Это был телефон, да. И на самом деле моя жена засняла этот момент, мне стыдно об этом говорить, но я думаю, это будет весело. Она снимает, и я хожу, у меня полотенце где-то спало, и голой задницей я по участку хожу и закрываю на встрече. Она это телефон снимает. И на встрече она это... И потом... Она мне показывает, я говорю, мам, ну, Марин, я говорю, это просто, я вселенной показывал, чтобы было еще, дайте девочку. Александр, а здесь нюанс, правда, что вышли, вот в вашей практике, это вышли, от списка все-таки, или у вас как-то это было по-другому? От списка или по-другому? От списка, да, вот старший человек. Нет, не от списка, я же говорю, я ВКонтакте переписывался с людьми, начинал общаться с ними, то есть... Все, там очень много людей, просто много людей, подряд вот просто с ними назначал, кто да, кто нет, и когда их много, ты же не думаешь, что он подключится, не подключится, их много. Это люди из интернета, я же понимал, что мне нужно просто, ну как это, знаете, в фильме, иди лучше тренируйся на кошках. То есть для меня это было так. Какая разница, включишься, не включишься, мне опыт нужен, понять, как с ними разговаривать, мне нужно было отработать скрипт, понять, что по блокам, то, что я вам рассказываю, это выстраданный опыт. Потому что не все сразу получалось. То есть не получается, здесь голос заплетает, здесь еще что-то. Потом все быстрее начинаешь понимать. То есть то, что я вам рассказываю, это просто мой выстраданный опыт, который мне нужно было очень быстро это сделать. Потому что я понимал, что если я это сделаю, я докажу себе, я докажу своей любимой, потому что все, что я делаю для своей жены, она мне дает на это энергию. Это тоже очень важный момент. Женщина дает нам энергию на осуществление вот этих вот побед. Только женщина, от ее. Поэтому мы с женой договорились о такой практике, я думаю, что женщинам всем понравится. Мы сказали, такая правда. Я такой, ну, сказал, давай такую группу играем. Ты мечтаешь, а я воплощаю. Правда? Ну, мы говорим, что я воплощаю, но энергия от тебя. Ну, вера, вдохновение, все от тебя. Потому что у меня такая, откуда она у меня? Я просто могу исполнителем быть, а она вот может дать. Это же ее мечта. Понимаете, да? И тогда мы в одни ворота играем. У нас нет ссор. Мы же в одни ворота играем. Она же мне дает энергию, я воплощаю, всем хорошо. Правда? И она когда меня верила, ну как мог это не сделать, если такая женщина, у меня великая женщина, она мне так сильно верит, что нельзя было не сделать. Я понимал, что... Красавица, я да, красавица, очень красивая. Долго и очень я искал жену, но вот когда нашел, все, на второй день я ее украл. Из Краснодара и привез в Сочи. Вот, и получается, что вот я все время сдеваюсь, потому что если на самом деле я не готовился, и все, что я говорю, я от себя, от чистого сердца рассказываю, как у меня получалось, я думаю, даже это лучше, чем если бы подготовился, как настоящий бизнес-тренер, вам все там отрабатывал, все. Мне хочется действительно искренне поделиться с вами, чтобы вас, мой опыт вам помог. Вот, и поэтому я остановился на том, что... Точное время, да, для человека. И потом я еще в некоторых случаях, вот когда в Google календаре у меня было, я еще сканировал и отправлял. Ну, договорились, чтобы у него было... То есть, когда ты пишешь, иногда текст не очень воспринимается. А когда фотографию вот эту, вот, понимаете, там же такое... Я еще сделал оранжевую и сделал путешествие. Вот, как бы. Человек говорит, путешествие оранжевое 17.00. Я спрашиваю, точно? Ну, там, как бы... Добивка такая, это железная договоренность или пластмассовая, да, то есть железная. Ты видел, что сколько там народу еще или нет? Не всегда. Только его. Ну, например. Так вот, да. Ну а зачем? То есть он был убит, там, Марина, все там, я еще телефон иногда вставлял. То есть, нет, видит, что. Ну, если хотите, можете захватить, что сверху и снизу, там видно, что тоже что-то занято. Если вам это. Ну, для меня не это важно было. Для меня важно было, чтобы он визуально еще понял, что я забронировал на него место, что на такое время, и он увидел, то есть, картинку. Понимаете? То есть, потому что если ты.
человеку сказал точно, а потом еще раз текстом опять написал точно-точно, ну как-то некрасиво. А когда я еще картиночку послал, и точно, то есть это как бы добивочка такая, что человек, да, то есть, ну как бы понимаете, то есть уже более точно это говорят. Потому что есть люди, которые не могут отказать, и они говорят, а потом думают, все равно не пойду, но мне обидно, конечно, что обломал человека, но зато не мог отказать. Ну, есть такие люди. Поэтому добивал вот этим моментом. И потом уже как бы созванивался с человеком. Настрой у меня такой был прям хороший. Да, по телефону. И по скайпу был. Да, сразу же ВКонтакте, если интересно, видите. Я писал еще такой, знаете, момент, сейчас скажу. Я писал, давайте созвонимся, если у вас Viber, WhatsApp. То есть, ну, в конце вопроса. То есть, знаете, ну, в чем тут хитрость? То есть, я же не спрашивал, дайте вам ваш номер телефона. Если у вас Viber, WhatsApp. А человек, как бы, мне кажется, что если я спрашиваю, ну, он говорит, есть. Я говорю, да, то есть, если у вас Viber, есть. Я пишу туда, там, допустим, свой номер, это мой, а какой же ваш? То есть я иногда так, иногда есть, и сразу телефон пишет. Но если человеку, если он как бы на вашей волне, мне кажется, все проще. То есть вот я то, что я рассказываю, оно же идет все из головы. Если я же не знал, что может быть сложно, а я же знал, что все просто, и когда просто, оно просто и складывается, поймите, да? То есть если вы себе сами не будете ставить препятствий, сами в своей голове, будет намного проще. Я сразу скажу, что я говорю, два охотника встретились, это анекдот, и они встретились, и один другому говорит, ну ничего не подстрелили, один другому говорит, слушай, вот представь, Никол, лес, и на тебя медведь нападает, что ты будешь делать? Он говорит, ружье, скинул, заставлю его, а ты представляешь, ты без ружья. Он говорит, ну побегу в сторожку, закроюсь это, и там спрячусь, он меня не съест. Вот ты, нет там сторожек рядом, вот лес и нет сторожек. Он говорит, ну тогда я заберусь на дерево. Он говорит, знаешь, такой лес нет дерева. Он говорит, Вано. Ты говоришь, что? Что за лес нет дерева? Я твой друг или медведь? Вот. Иногда вот мы как бы, я человеку что-то рассказываю, а у меня куча контраргументов. Я говорю, слушай, ну ты как бы, я твой друг или медведь. Зачем ты вот это себе препятствие дополнительно наставляешь, если их, может быть, и не было? Ну ты же об этом думаешь, они будут возникать. Поэтому я вас хотел настроить на то, что иногда не надо дополнительных препятствий, у вас их опять будет достаточно. Не думайте о том, что это будет сложно, не думайте, что они напишут телефон. То есть я как-то не думал, что они не будут писать. Писали же, то есть пишут, я даже не представляю. Да. Если тема интересная, почему бы нет? Ну вы по себе подумайте, ну вам что-то пишут, в вашу мечту попадает, в ваши ценности попадает. Чего бы не написать, пускай расскажет, я могу в любой момент отказаться, правда? А второй момент, их же много там, то есть ВКонтакте, в интернете, их же неограниченно. Вы зайдите в ВКонтакте, наберете группу путешествий, 3 миллиона человек, я открыл, думаю, 3 миллиона человек, даже если там 1% вступит, нет, слишком много 1%, если 0,5% тоже много. Понимаете, да, то есть неограниченное количество людей, у вас неограниченное количество попыток получается, неограниченное количество попыток, это к чему ведет у воронки? То есть здесь стрелочка, здесь кружочек, там закрытие, все. Неограниченное количество попыток дает неограниченное количество заключений сделок, правда? А их же много, кто хочет путешествовать, людей. Значит, у нас есть возможность неограниченно работать. Вопрос в том, что ну, вот мы в паровозе едем или останавливаемся, то, что мне вчера очень понравилось. То есть мы едем в паровозе, хотим до станции добыть. То есть я понял, что иногда выигрывают не самые умные, не самые такие, которые ну, что-то понимают, а просто упертые, такие, которые вот готовы дальше. Да? То есть, а почему упертые? Потому что хотят в точку Б. То есть хотят достичь того своей мечты, хотят искренне этого. И у них есть какая-то вера, есть, может быть, что-то, что их туда толкает, или есть, может быть, не верить в то, что у нас будет пенсия хорошая, и это вариант сделать себе хорошую. Да? То есть, понимаешь, другого варианта нет. И я тоже не верю в свою пенсию, поэтому я с вами, поэтому я тоже хочу, чтобы у меня был резидуальный доход и сделать что-то для себя. Да? Ведь это здорово, что мы можем создать себе такой капитал, пассивный доход и жить, путешествовать, радоваться жизни. Я думаю, что многих людей осчастливить надо из этих вот трех
миллионов людей в путешествие группы, они же, знаете что, они же вот не по-настоящему путешествуют, они как на порно-сайты ходят, знаете? То есть человек, когда приходит на порно-сайт, он же не с настоящей женщиной встречается, а с виртуальной, то, что там вот. И от этого удовлетворяется, понимаете? А когда человек приходит на группу путешествия, он не в настоящее путешествие съездил, он помотал контакты, здесь поставил и вот как путешествовал, тоже удовлетворился, понимаете? Мозг он воспринимает и это вроде как бы, но есть же подвох, тут не те чувства, понимаете? И надо вот их вытащить оттуда и в настоящее отправить. И они потом спасибо скажут, потому что лайк будет не такой вот, а из сердца будет вам лайк, понимаете? Поэтому я с вами, поэтому я хочу как можно больше людей осчастливить и сделать, чтобы они действительно вам из сердца, ваше сердце поставили этот лайк за то, чтобы вы все-таки прошли эти этапы рептильного мозга, остального и доказали, что это работает, что это все действительно там. Но это немножко минутка мотивации была. И теперь дальше, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что я с ней разговариваю уже по телефону. Телефончик, да. Звоню с Вайбер и WhatsApp. Дальше мы с ними созваниваемся. Я должен выяснить опять про путешествие. Спрашиваю. Я так понял, что раз вы решили со мной созвониться, то интерес к путешествиям есть. Ну, как бы правильно, это же нормальный вопрос, потому что он не, ну, трудно, наверное, что мне сказать. Вы знаете, у меня хобби такое, я всем даю телефон и потом издеваюсь. Не скажет, то есть редкий человек, который просто, да, он скажет, да, то есть как бы есть. То есть почему я это делаю? Это апелляция к прецеденту. То есть, как бы мы не зря уже сейчас с вами тратим время. То есть вы взрослый человек, я взрослый человек, мы как бы не зря.